स्वर निवार सुखवत्संगी चित्तावस्मत्यनुपमा स्वाहा नारायणाय नमः वान्तस्याशिकाय मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्म सुशिवक्षेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वर स्वाहा नारायणाय नमः आमृतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णबीजलम् ऊर्ध्वरे संविरूपक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः इदं नारायणाय इदं नाम आं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय इदं नाम Называется Шри Рама Гаятри. Мы будем повторять 108 раз. И каждый раз будем заливать масло ги. Оно звучит очень просто. По ходу идет. Начинается повторяться. Гаятри – это мантры, это такой раздел ведических мантр, которые предназначены в первую очередь для медитации. Они всегда повторяются в медитативном состоянии, либо в уме, внутри, либо негромко, но так достаточно глубоко, потому что этот раздел мантр Гаятри предназначен для того, чтобы просветить наш разум. В данном случае это Гаятри, у каждого божества есть Гаятри, благодаря которой мы можем осознать, например, Раму с помощью Гаятри мантры, медитируя на него. Звучит так: Ом Дашаратхая Видмахе Ситтавалабхая Димахи Танно Рама Прачодаят. Давайте перевод такой примерный. Давайте попытаемся осознать Господа Рамачандру, известного как Дашаратха, рожденного царя Дашаратха Солнечной династии. Медитируя на него как на возлюбленного Ситы, Ситта Валлабхая Димади, и пускай этот Господь Рама вдохновит нас и просветит наш разум, и сделает наш разум устойчивым во время медитации. Давайте пытаемся осознать Раму, известного как Дашаратху, медитируя на него как на возлюбленного Ситы, Ситта Валлабхая Димади, и пусть Господь Рама просветит наш разум или сделает нашу медитацию осознанной, чтобы мы не засыпали, да? Поддерживает нашу медитацию. Ом Дашаратхая Видмахе Ситта Валлабхая Димахи Танно Рама Прачодаят. Прачодаят буквально означает сделает наш разум просвещенным или осознанным. Слово четана, чёдая, это деепричастный оборот. Знаем, он будет балакс вага, как среду варенья. Тоже гаэтри, посвященная чего? Посвященная брахману. Духовной основе всего сущего. Здесь гаэтри посвящена Раме. Мы просто будем спокойно, медитативно, да, открытыми глазами, с открытыми повторять просто с чёртками вместе 108 раз. И когда я говорю сва-а-а, то есть в таком темпе. Вам Дашаратхая Видмахе Ситта Валлабхая Димахи Танно Рама Прачодаят. Так. Ги – это самое ценное, что мы можем вообще предложить, потому что ги – это дороже, чем золото. Ги является жидким мозгом. Ги является средством, которое – это самый дорогой, самый ценный продукт на Земле, считается. Вообще так, в ведической культуре, что как топленое коровье масло. Это любовь коровы, синтезированная, еще рафинированная, и экстракт любви коровы.
жидкие веды, то есть жидкие упанишады. То есть молоко это жидкие веды, а ги это жидкие упанишады. Это жидкая беда. Жидкий мозг. Готовы? Tanno Rama Prachodayate Swaha.
तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा।
Пандорам от прочудаят и слава. Аум шаратай бимахи, синтоколамай бимахи. Пандорам от прочудаят и слава. Аум шаратай бимахи, синтоколамай бимахи. Пандорам от прочудаят и слава. Веревочку красную.